Прокуратура Мостовского района накировала у суд криминальную справу у относительных до 38-годового мясцового жихара. Ему инкриминованы публичные образы представника улады у совести с выполнением им службовых обовязков, а так само хулиганство и злостного хулиганства. Обвинувачены 15 жнюня 2020 года разместил на одном из чатов телеграм-канала под здымком старшини Мостовского райвыконкама непристойный коммент. У вересня кастрычнику неодноразово грубо порушал громадский парадок, что сопровождалось пошкоджением чужой маемости. Под навесом припынков развесил пудилы у милицейской вопроцы с надписами. А кроме того, у поля помеж мостами и агрогородком мосты правые обвинувачные расставил таблички у выгляде ритуальных надмогильников с погардливыми надписами. Побач поставил труну с пудилом у обмундировании супрацовника милиции. У лесным массиве на древах нанес выявы бело-червоно-белого колеру. Фотоздымки гэтага передавал для размещения у телеграм-канале. После вывучения материалов справы у прокуратуры Мостовского района пришли до высновы об обоснованности обвинувачивания, достатковости доказов, объективности и полном доследовании обставин злочинства. Ранее обранная мера заключения под варту покинута.